Два российских космонавта и американский астронавт вернулись на Землю после 6 месяцев работы на орбите. Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-14М» в ночь на четверг совершил посадку в казахстанской степи и доставил на Землю Александра Самокутяева, Елену Серову и Барри Уилмора, а вместе с ними и результаты научных экспериментов, проводившихся в космосе. Самолет спасательной службы уловил сигнал УКВ-передатчика спускаемого аппарата и вел его до места посадки. После медицинского осмотра исследователи доставят самолетом в Москву. На борту МКС остались нести вахту российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт Европейского космического агента Саманта Кристоферетти и американец Терри Бёрдс, который стал командиром станции вместо Уилмора.